Владимир Королюк. Я опять сегодня в гостях у Игоря Игоревича. Всем привет, друзья. Вот сегодня у меня в работе была очередная каретка от экскаватор-погрузчика. В данном случае это не Холланд. Причем как бы он такая массивная, здоровая деталь, хорошая каретка. Вот по сравнению, например, с GCB, она вот намного мощнее и на килограмм, навскидку, на 100 примерно даже, наверное, тяжелее, чем на GCB. Вот. Но, тем не менее, это не помешало образоваться трещинам возле гидрозамков. Вот. Володь, вот скажи, какая причина может быть образования этих трещин? Насколько вот ты же говорил, да, что во многих Нью-Холландах есть такая болезнь. Вот прям вот с четырех сторон. Да. Давайте, друзья, сейчас вам прям покажу. Именно эта каретка на экскаватор-погрузчик не Холланды идут, да, но это, скажем так, рестайлинговая каретка, потому что кто знает именно технику не Холланда, знает, что и Кейс, и не Холланд, и Фиат Хитачи, и Фиат Кобелка — это один и тот же экскаватор. Кто знает, на Фиат Хитачи, Фиат Кобелка шли стальные сварные каретки, да, то есть не такие чугунные заливные, а стальные прямо. Детали были сварены друг к другу. Потом пошли следующие каретки, где у нас фактура была практически такая же, только гидрозамки, они не были съемными, да, то есть насквозь, а здесь были чаши, и гидрозамки снимались только снутри, да, между рамой экскаватора и кареткой, да. Потом это пошел рестайлинг у них, и они изготовили вот такую каретку, где у нас гидрозамки, скажем так, можно снять и обслужить, отремонтировать без того, чтобы демонтировать каретку. В принципе, можно сказать, что это типа круто, удобно, не надо снимать каретку, чтобы отремонтировать гидрозамки. И я с вами согласен, но почему-то, к сожалению, конструктора не учли один момент, что если они, вот эта полость у них будет пустая, то как раз это будет являться самым слабым местом на каретке, на экскаватор-погрузчике не Холланд Кейс. Самое слабое место. Все каретки на них Холланд Кейс, как правило, трескаются, лопаются именно в этом месте. Потому что если смотрим на массив, на толщину металла вот здесь, да, и даже здесь вот все полое, да, то есть здесь никаких углублений, здесь полный литой, литая сталь, да. Но именно в этих местах, к сожалению, самая слабая конструкция. Правильно, Игорь? Если так визуально посмотреть, даже не... Неоруженным глазом здесь самая слабая конструкция. И, к сожалению, при больших нагрузках вот именно вот здесь появляются микротрещины. Потом они, эти микротрещины, уже растут до, прям до трещин. А потом уже и недалеко, уже чтобы лопнула вообще каретка. Вы видели в моих обзорах, диагностиках, что практически на любой экскаватор-погрузчик Кейс не Холланд, где такая каретка, будет микротрещина в каком-нибудь углу. Если не во всех, то в каком-то углу будет. Что вот Игорь Игоревич посоветовать? То есть, если у вас есть такая микротрещина, то по-хорошему ее приехать, да, привезти. Прежде всего, Игорь Игоревич посоветует вам, но это и Владимир вам посоветует, как экскаваторщик, как с опытом, да, почаще мыть свой экскаватор и делать ревизию всех деталей. Дефектовку. Дефектовку, да, потому что под жутким слоем гуталина и масла и грязи частенько можно просто пропустить, профукать вот эту трещину, которая дальше пойдет уже сильнее. Вот, но здесь как бы вот человек привез нам эту каретку. Он говорит, вот тут только вот помыл, посмотрел, смотрю, сначала думал, краска лопнула, ну, а краска-то просто так не лопается, смотрит, а там на четырех сторонах вот все. И когда я непосредственно разделывал эти трещины, делал, то есть вглубь их надрезал, но когда начал прогревать, они еще глубже, чем были визуально. То есть, на самом деле, они кажутся микро, а на самом деле они практически до половины вот этого металла уже дошли. А на первый взгляд там сантиметра по два, то есть вроде ерунда. И здесь вот все-таки проблема не в гидрозамках. То есть здесь не было такого, что гидрозамок был какой-то отключен и так далее по трещинам. Нет, здесь все-таки, например, вот этот металл толстый и вот этот металл толстый, да, соединяется вот здесь в углу, а здесь очень слабая конструкция именно с завода. И этот металл, как бы мы ни хотели, либо хотели, он все-таки играет под большим нагрузком. Когда вы поднимаете переднюю часть экскаватора, все-таки здесь идет
большие нагрузки, этот металл тоже играет. И с годами вот самое слабое место проявляется микротрещина, да? Да. То есть это касается конструкции. Если бы здесь вообще отключить был какой-нибудь замок, то это бы лопнуло, я думаю, в первые бы недели лопнуло бы до конца. То есть она бы начала играть очень сильно, нагрузка, перекос бы, она бы лопнула очень быстро. Да. То есть проводите инспекцию, если у вас есть какая-то микротрещина, пожалуйста. Да, обязательно ревизия всегда. Вот. Транспортной компании к Игорю Ильичу. Да, он... либо если вы в пределах Подмосковья находитесь и нет возможности снять, вот Владимир Владимирович может также к вам выехать, снять ее и отвезти ко мне в мастерскую. Я все это дело разделаю, заварю и усилю хорошим металлом, вот, и сделаем так, чтобы ремонтная деталь ходила еще лучше, чем с завода. То есть мы, Игорь Игоревич, вот такие усиления, то есть он разделал, усилил вот так, да, все четыре угла. Теперь... Ну, сначала заварил, потом уже усилил, да, естественно. Да. Вот, теперь, скажем так, проблема с слабым местом в этой конструкции, она уже устранена. Пофиксена. То есть осталось только покрасить и в бой, и зарабатывать деньги, да, ковшами. Да, да, так и есть. Что ты не рекомендуешь людям делать? Я все-таки думаю, что ни в коем случае нельзя пробовать варить самому. Ни в коем случае не надо, да. Нет, пробовать варить самому можно, но если соблюдать технологию сварки чугуна, да, у нас видео как бы не для сварщиков там, да, но просто вкратце расскажу. Из этого еще один вопрос, кстати, вытекает чуть позже. Прежде всего нужно снять деталь. Ее нужно обязательно в теплое помещение и нагреть полностью, равномерно разогреть до температуры хотя бы 25-30 градусов. Вот. Далее производить сварку специализированными присадками по чугуну. Вот. На данный момент, ну, может быть, будут спрашивать, это панч 11. Вот. Обязательно проковка и так далее. Не будем уже как бы вот такие тонкие моменты углубляться, просто соблюдать технологию сварки. Вот. И далее самое главное для чугуна — это правильно дать ей остыть. То есть вот второй вопрос из этого утекает. Вот мне часто звонят вот через день: Игорь, а ты можешь подъехать к нам и на экскаваторе заварить? Экскаватор где, я спрашиваю, стоит? Экскаватор стоит на улице, естественно. Вот. Либо в помещении, но там температура как на улице примерно. Вот. А, во-первых, все, что здесь есть, пострадать может, потому что разделка очень глубокая идет, и нужно крутить каретку. То есть вот, ну, очень тяжело разделать ее на экскаваторе, даже если она чистая будет, что часто, что очень редкость большая, да? Вот. И остыть, она будет остывать очень-очень быстро на улице. И гарантию на такую работу я дать просто не могу, потому что будет нарушение технологии, и непонятно, как себя металл поведет таким образом. Не можешь дать гарантию, значит, ты эту работу вообще не будешь делать. Я не могу делать работу, которую не могу дать гарантию. Если мы говорим, что это будет лето, плюс 35 на улице? В таком случае, если вдруг просто не хотят вести ко мне, не могут, да, там, да, ее в любом, да, случае надо снять. Но если уж сняли, в принципе, довести до мастерской не составит труда. Ну, если мы говорим, да, понятно, здесь каретка, да, такой-то угол, именно не холм и так далее, но бывает какая-то, да, трещина, где она, вот, например, там вот здесь. Вот здесь, да, либо вот, ну, вот здесь, да, не дай бог, но, да, как бы... бывает. Уши, в принципе, можно, если здесь убрать все, да, помыть, и если лето, жара там 20-25 градусов, там, температура на улице, то, в принципе, возможно, да, на месте. Сейчас встречный вопрос. Да. Вопрос. Так сейчас мы его на горелке нагреем и туда-сюда. Можно ли такой массивную деталь весом, примерно какой у нее вес? Так, на скидку. 300. 300, около, да? 300, да. Нагреть ей горелкой в холодную температуру на улице. Резаком можно нагреть, но мы ее остудить не сможем равномерно. Резаком нагреем, но мы же ее нагреем только в том, ну, месте. В том месте, двумя резаками. Можно вот так вот сделать. Но когда мы греем в одном месте, в другом будет остывать. Ну вот как-то ты и сказал. Так себе работа. Ну, так себе, да, идея на морозе это делать. Это как бы... Все-таки такие работы делаются раз в 15 лет, наверное. То есть я думаю, что это экскаватор там... Поэтому, ну, я думаю, что можно заморочиться, снять ее, отмыть и привезти. Вот. Тем более сейчас в такой ситуации в стране живем, что новый такой вообще... Ну да, оригинал новый нереально. Нет, такую можно, наверное, купить, но
такого качества чугана и так далее, именно оригинальную деталь вы не купите, да, то есть Италия вам никто не привезет такой каретку. Ну и опять же, видишь, как ты говоришь, если у них есть конструктивная особенность, даже если ты целую найдешь, рано или поздно все равно здесь может появиться трещина. И ничего с этим не сделаешь, поэтому все-таки но лучше ремонтировать. Можно еще найти, Игорь, например, чугунную каретку старого образца. То есть это уже рестайлинг, а есть старого, где вот гидрозамки. Ну да. И ту можно установить. Если там такой проблемы подойдет, нету. Да. То... Ну, в принципе, там идентичная. То есть разница у них только в гидрозамках. Сделать свап такой. Как да, говорится. Да, да. Зазор прошел, сразу звук дуги другой стал. Это замечаешь. Это мне нравится. Аргоном на постоянном токе сваривать то, что чистый контроль такой вот идет. Специальное отверстие, да? Вообще. Технологическое. Да. Пожалуй, сейчас, наверное, мы местами поменяемся. Педалька ходишь, да? Обязательно. Ну, можно и без педали, конечно, работать, но мне больше нравится с ней. Намного эффективнее получается. Глаза. Краска такая слоновья, вообще просто, я не знаю. Порошковая? Ну, в нее, скорее всего, весь экскаватор, но краска останется. Ну, как бы да. Она мешает сварке. Выгорает, и газы мешают нормальному формированию ванны. Зачищаешь, зачищаешь, а все равно иногда порох там немножко остается, ты будешь пористый. Потом разгладим всю дугу и все. Это где будешь сейчас варить? Сверху, видишь? О, сейчас продолжать его будем. Потому что я сделал корешок, залил там пустоты. Да. Угу. Тут момент есть один тонкий. Это у нас сталь, это у нас чугун. А почему чугун нельзя варить стальными электродами? Потому что сталь, железо, оно реагирует с углеродом, и у нас отламывается все. Получается, как бы цементит такое, то есть хрупкое соединение. И здесь вот в момент сварки главное, чтобы у нас сталь не сварилась вот с, по минимуму, чтобы сталь прошло сюда. Перетекала, поэтому, да? Да, поэтому... А, очень хорошо вот именно аргоно-дуговой, у меня дуга в руке, я дугу расплавляю до середины, где-то как бы вот телом плавится вот эта вот пластина, и далее уже я добавляю присадку, и присадка с никелем идет вот сюда, смешивается, и реакции такой не происходит, поэтому все очень крепко получается. У тебя присадка, сейчас варишь ты... Никелевая. Никелевая, да? С никелем. С большим содержанием никеля. То есть, по сути, даже болгаркой... обрабатывать эти швы, это очень тяжело. Тяжело. Но когда мы растачивали на коробке отверстия, там резцы три раза за один проход точить пришлось. Это с очень опытным токарем, а так бы они оборвались бы все. Да, резцы. Да, так бы порвались бы резцы, реально. Там на ноль сколько-то миллиметров назор был. Так, ладно. Давай, погнали. Глаза. Такой до проковки шов можешь снять поближе, получается. Но он темный сейчас, его не видно. Да, просто видишь, это графит немножко выходит вот сюда вот. Сейчас я его прокую, графит, он как шлак немножко отобьется. Вот он, видишь, царапается. Ага, ага. На трещину ушло присадочного материала. Меньше, чем на усиление. Обварку усиления, да. Хотя трещины были глубокие. Так, сейчас у нас вот этот вот облицовочный. Два вот этих. А ты эти остатки потом друг друга это прихватываешь или выкидываешь? Нет,
Я их складываю, потому что бывает на прихватки на какие-то, на маленькие поставить. Либо бывает еще какие-то большие, когда трещины, пустоты заполнить, и куда тяжело с метровым вот не развернешься, иногда бывает. Их вот просто нарубишь, грубо говоря. Ну, короче, не выкидываешь. Да, обязательно, конечно. Пустоты. Слишком дорого выкидываешь. Золотая писатка. И дефицит. Ну, на саму облицовку уходит меньше присадки, на самом деле, потому что, как я говорил, здесь у нас, видишь, плавится железо, вот, потом уже смешивается сюда, вот, и большей частью вот, переходит. Растягивается самими же металлами. Да, да, да. Ну, вот, вот она от дуги у нас, вот эти зубчики, вот, собственно, как плавится сталь. Дальше по максимуму вот это вот добавляем. И... Так, все, погнали. Глаза? Глаза. Как раз, если видео снимал под камеру, для тебя чего педаль нужна, чтобы кратеров не оставалось, ты медленно-медленно поднимаешь и газ скидываешь, как говорится. Когда резко, то может кратер остаться. Ты между педалью, то еще регулируешь закрывание газа, да? То есть она... Не газа, а я, газ я имею в виду образно, как на машине газ. Силоток. Силоток, да? Да, да, да. То есть силоток зависит от нажатия педали? Да, да, да. Серьезно? Да, конечно. А это хороший чугун? Неплохой, высокопрочный. Но любой хороший чугун может испортить плохой оператор. Когда перестанут люди в комментарии писать, что технология чугуна не так варится, все вы неправильно заварили, все потрескается сразу же, и потому что надо охлаждать в печках, остывать там 200 градусов, это когда перестанут такие вещи писать? Никогда. Никогда, все, понял, вот. Все, то есть... специалистов всегда будет, да? Естественно, да. Особенно специалистов, которые никогда не варили чугун ни на холодную, ни на горячую, ни под любой другой технологии. Это высший разряд, да, специалиста, или как? Ну, когда? Наверное, да. Высший разряд. Диванного легиона. Есть мангал вообще? Мангал? Ты себе сварил? Представляешь, у меня нет мангала. Ну вот. И мангала нету, еще и не пьешь, еще и не куришь. Да, да. Сказать такой момент. Много есть и на форумах, и в видео, да, встречали наверняка, что люди на месте там разделывают, заваривают там обычными электродами, либо электрод с медными проводами, то есть там дедовский способ сварки чугуна и так далее. Вот. У кого-то даже все это немножко ходит, но все равно здесь не получится так качественно и хорошо сделать, чтобы вот она нормально вот служила. Как специализированно именно варить чугун по технологии и специализированными материалами. Вот. Потому что структура чугуна такова, что электрод с содержанием железа, обычный, УОНИ, ЛБ-52, да, тут, который вот мы ковши там, грубо говоря, прихватываем, он в железо будет реагировать с углеродом, и у нас образуется белый чугун, такой, он как камень. А камень у нас ломкий, то есть он ломается фактически, как цемент. Он получается. Никакой нагрузку не будет нести. Да, да, да. То есть вот как оно среагирует с углеродом, это железо, что в электроде. Здесь вот просто лотерея большая и то есть неизвестно, как оно себя будет вести. Говорить о какой-то эластичности уже и речь нет, не идет. Нет, конечно, да, естественно. Не идет. Как еще я уже говорил, все-таки вот этот чугун еще эластичен. Он играет по большим нагрузкам. Даже глазом можно заметить, как этот чугун не сильно, но он играет. Это, то есть, такой монолит, но вот монолит играет. Даже плита бетонная, она и то играет. Сколько было ушей вот таких вот сломанных на тумбах, на каретках, или вот сломанные, да. И там на миллиметре буквально держится. Чтобы мне его как-то правильно приварить, мне нужно было его отломать. Приходилось упираться домкратом, и его вот этот миллиметр ломать, он прям видно, как вот, ну... Играет. Играет, да. Чтобы его отломить, дальше уже расфасковать, выставить правильно там по пальцу, да, и обваривать. Вот. Ну, тут если миллиметр держит, то что говорить о такой массивной детали? То есть реально видно, как он гнется, играет. И могу еще сказать, в этом чугуне еще есть добавление каких-то люгирующих элементов.
которые предотвращают коррозию. То есть разделывать его довольно так проблематично, он пилится так туговато довольно-таки. Вот. Ну, поэтому как бы хорошее, качественное изделие. Изделие, да, да. Есть... Вот что хочу сказать. Вот, то есть, который и достаточно и приятно работает. То есть, да, да, однозначно. Как... То есть нет никакой непредсказуемости вот в этом металле, да, нет большого количества примесей, как вот если говорить о каких-то чугунах, из которых сделаны блоки, например, двигатель, да, распределитель. Вот, ага. Вот можешь вот. Кстати, распределитель, да, Джон Дира. Распределитель здесь. Куско. Да, да. Американский. Тоже заваривал я после гидроудара. Вот, сейчас вот все герметично, нормально. Вот, он очень сильно пропитан маслом, и сам чугун такого качества, что вот он, ну, много примесей в нем нехороших. То есть, когда его варишь, начинает все взрываться, кипеть, как бы, вот, ну, и особенно на герметичность тяжело заварить. Вот здесь такого нет, здесь пор практически не вылезает. Редко-редко бывают какие-то такие вот небольшие, но это все решается. Можно сказать так, друзья, если у вас есть какая-нибудь чугунная деталь, там, распределитель, там, без разницы, что там, блок, то, в принципе, отправляйте, это можно все заварить. Да, все, в принципе. Практически все. Практически все. Ну, но исключения всегда бывают. Бывает такого же качества чугун старый, что там уже он превращается просто в графит, граффитизируется и пропитывается маслом насквозь. То есть, вот, вплоть до того, что блок бывает старый, внутри масла, да, в картере. И он вроде не течет, да, можно руку прислонить, у тебя она масло жирный будет. То есть, через поры, через вот просачивается все и... Так вот происходит. В принципе, друзья, вот задняя часть каретки, да? Вот передняя часть. Это вверх, это вниз, сюда поворотные цилиндры. Это плита, которая фиксирует поворотные цилиндры. Здесь гидрозамки. Как это... этот чугун... Ты уже сказал нам, что это типа, ну, качественный материал, да. Высокопрочный. Да. Да, да. Как именно вот этот, эта деталь по сравнению с другими, которые ты варил уже на GCB, на Caterpillar, по весу, по краске, по работе вообще? Отличается ли то же самое? По весу, как я уже говорил, она почти на сотку, наверное, тяжелее, чем от GCB. Она массивнее на ногу. В GCB-шные там... пустот вот много. То вот есть и здесь такой. Пустота, да? Да, да, вот он весь вот в таком вот. Mm-hmm. Вот эти ребра, например, там тоже пустоты. Да, да, да. И вот каретка была от GCB, где вот здесь вот эти вот гидрозамки, здесь подушки, они, да. Там толщина, ну, вот такая вот, наверное, была сантиметровая всего. Ну, тоньше. Вот, и лопнуло прям вот, ну, тоже по гидрозамку, ну, прям насквозь. Я разделывал, там даже вот руку можно было видеть, насквозь разделывал. Она тоньше, да, и по сравнению с GCB-шной, и краска здесь намного качественнее сделана, то есть отодрать вот эту слоновую краску было так проблематично перед сваркой, то есть вот пришлось диску и болгарке поднапрячься очень сильно, вот, и даже дуга электрическая жгла эту краску очень-очень тяжело. То есть вот, ты как вот человек, который извне, который отношения к экскаватору никаких не имеешь, ты говоришь совершенно верно, что это качественная деталь. Да, я не говорю, что с GCB плохая, просто здесь помассивнее и покачественнее, скажем так, она сделана по как-то так более кондово. Вот. Но, как видите, идеальных деталей все равно не бывает. Ну, конструктив, к сожалению, да, неправильный, да, да. Что касается вот на рестайлинговых таких деталей. Да. Игорь, скажи, пожалуйста, а можно так пошлифовать все это дело, зашпаклевать, чтобы было красиво, как завода? Ни в коем случае нельзя снимать облицовку шва, усиление шва. То есть вот здесь несколько проходок было. Сначала корневой проваривается, а потом это все усиливается. Облицовка, усиление, это не просто так делается. Не для красоты, а для того, чтобы это было крепко и держало. Потому что в интернете я видел пару роликов, где... Здесь делают какие-то усиления, далее швы снимают, шлифуют, потом их шпаклюют и красят. Базару нет, получается красиво, типа как с завода, но зачем тогда было сваривать? Можно было сразу шпаклевать, да? Можно было, в принципе, сразу зашпаклевать, и эффект был бы примерно тот же самый. То есть прям под ноль швы реально сточили, и зачем было заморачиваться-то так? Можно было на прихватках просто сделать ее, шпаклянуть, и вот тебе усиление. Зато человек вечером после работы все это отметил, как положено.